Нашим отделом разработана инновационная подвеска, которая будет применена на 25-местном пассажирском Unibus U4-212-01. Основными ее особенностями является то, что она имеет две степени подрессоривания. Первая степень подрессоривания у нас расположена между подрамником установки опорных колес и рамой основной, а вторая непосредственно между рамой и установкой пассажирского модуля. Применение такой подвески позволило нам добиться показателей плавности кота, как в легковом автомобиле бизнес-класса, по некоторым параметрам даже лучше. Также применение пневматической подвески позволяет нам поддерживать постоянство уровня пола в салоне транспортного средства, независимо от количества пассажиров, что облегчает посадку-высадку, комфорт и безопасность. Транспорт подъезжает к станции, получается, мы постоянно на одном уровне находим, что не создает никаких препятствий для входа в салон. А также это как бы является преимуществом, поскольку наш транспорт могут легко используют люди с ограниченными возможностями, потому что никакой преграды нет войти в салон и выйти, как это с обычным нашим общественным транспортом, который видим сейчас. Совместно с нашими специалистами из бюро расчетов было проведено компьютерное моделирование работы данной подвески. Также она в ближайшее время была установлена на самоходное транспортное средство Unibus'а, которая в данный момент можно видеть на этапе сборки в нашем производстве. И по окончанию сборки оно переместится в экотехнопарк и пройдет еще ряд дополнительных испытаний, помимо моделирования, чтобы сопоставить все результаты расчетов с действительными характеристиками. По результатам расчета, как я говорил, плавность хода у нас получилась, как у легкового автомобиля бизнес-класса на данный момент, что очень хороший показатель для общественного транспорта, собственно говоря. По окончанию испытаний все эти решения будут применены на 212-м Unibus'е и смогут отвечать всем требованиям комфорта и безопасности при движении. На ранних транспортных средствах у нас была гидравлическая подвеска, а на вновь разрабатываемом 212-м Unibus'е мы решили использовать пневматическую подвеску с двумя степенями подрессоривания, чтобы добиться более высоких показателей плавности хода. В транспортах применяются оригинальные конструкции колес. В основном они состоят из трех частей. Это бандажная часть, амортизационный слой и диск колеса. Бандажная часть у нас выполнена из высокопрочной износостойкой стали. Амортизационный слой подбирается в зависимости от тех условий, в которых работает колесо и какая на него приходит нагрузка. Амортизационный слой предназначен для снижения шума, а также снижение динамических ударов на путевую структуру и оборудование, которое размещено на тележке транспортного средства. Подбирается оно в зависимости от нагрузки на колесо, условий эксплуатации. Вот примерно графики расчетной модели, расчеты, представленные вот в таких вот отчетах. Star Club. Возможности безграничны.